В администрации муниципалитета состоялось 16-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского района. На повестке дня стоял лишь один вопрос – выборы главы. Свои кандидатуры выдвинули 5 человек. По результатам конкурсного отбора лишь 3 дошли до финального голосования. Конкурсная комиссия состояла из представителей правительства Московской области и заслуженных жителей Ленинского района. По результатам заседания конкурсной комиссии было принято решение считать прошедший конкурсный отбор на должность главы Ленинского муниципального района кандидатов Венцеля Валерия Николаевича, Лукьянова Андрея Александровича и Селезнева Алексея Петровича. Соответствующее решение направлено в Совет депутатов. На заседании присутствовали 19 из 20 действующих депутатов. Для победы необходимо было набрать большинство голосов. Кандидатуры на голосование предлагались в алфавитном порядке. Я ставлю на голосование вопрос об избрании главой Ленинского муниципального района Московской области Венцеля Валерия Николаевича. Прошу голосовать. Кто за? 16 из 19 депутатов проголосовали за кандидатуру Валерия Венцеля. Таким образом, он избран на должность главы Ленинского района. Валерий Николаевич много лет был председателем Совета депутатов района, и работа депутата позволяет ему быть в курсе всех основных проблем муниципалитета. Объединяя все эти усилия, мы способны сделать хороший результат. В первую очередь, чтобы нам было не стыдно перед нашими жителями, и чтобы не подвести наших руководителей областных, и в первую очередь губернатора Московской области. В заключении своей речи Валерий Венцель поблагодарил депутатов за оказанное доверие.